сезона, уже через два дня первая игра. Вообще, какие чувства, какие эмоции? Ну, наверное, прежде всего, мы рады, что закончился самое сложное время для нас. Это предсезонка. Мы провели три полноценных турнира. Практически его прошли без всяких повреждений и прочих травм. Единичный случай, это как бы не считается. А так, команда заряжена, была генеральная репетиция в Челябинске. Провели достойно турнир. Ждем старта.